Продолжай. Ну, спасибо, что позволили. Я непонятно где. Непонятно, как выберусь отсюда. Мне говорят, ну, продолжай. Лучше не бывает. Да. Нет, ну ты меня заколебал, парень. Я не хотел марать руки, но придется. Что за... Ну ладно, не буду на это особо обращать внимание. Можно, я думаю, идти дальше. Где все люди-то? Зачем такую байду посреди океана строить, если людей-то нету? И зачем лифт, если все равно пришлось в итоге бегать по лесенкам? Захвату чего? Опять этот... Богатырь. Витязь. Ну, статуэтка можно еще раз одну забрать. Что это такое? Что это такое? Вот надо сломать обязательно. А, это постановщик помех. Ну, тогда понятно. Что это все значит? Ну, хоть одна дверь ведет куда-то. Теперь еще хуже лестница стала. Сначала был лифт, потом лестница обычная, теперь еще такая мелкая. Потом что будет? Канатная дорога или канат подвешенный над землей, над водой, в 200 метрах? Грандиозно, надо сказать. Кстати, вот эти вот букашки внизу детализированы гораздо лучше, чем в Mass Effect. А движок-то тот же, по-любому. По-любому это Unreal 3. Не пожалели мощностей. Так, там куда-то бегут солдаты, мне это не нравится. Видать, они что-то заподозрили или узнали. Пора бы уже вообще тревогу поднять, по-хорошему-то было. Ух, твою налево. Так и знал, что это Сэмюэл Л. Джексон. Нет, я сдох. Что-то он мне не особо поверил. Как мне это помогло? У меня еще оружия нету. Давай, давай. Хоп. Как они так все прыгают-то? Шикарно прям. Я тоже так хочу прыгать. Ого! Она у меня между ног, что ли, пролетела? Что это такое было? Как ей управлять? Ага. Он все-таки перехватывает тоже движение. Надо поломать ему все мостики. Это как? Это так? Прямой наводкой, что ли? Фак! Второго такого ударчика я не выдержу. Хорош палить уже.
как это понимать? Так, мы уже все... Да, давай! А мне чем в него стрелять? Это что такое? Помехи? Да не хватало только помех! Вот такая вот смертушка нас настигла неожиданно. Боссы, боссы. К боссам в последнее время я готов меньше всего, потому что сейчас не модно делать в играх боссов и всякое вот такое вот. Но здесь они очень хорошо их придумали. Как в старые добрые времена, полчаса мудохаешься с каким-то парнем непонятным. Это по мне очень здорово. Парниш, а парниш, давай не шали. Отлично. Он уже там. На автомат. Да-да, на автомат перешел. Хорошо, мы его покоцали. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где он? Где он? А, вот он. Черт! Да зачем же так нагло? Фак! О! Ты как в меня попал? Теперь я точно мертвый. Ну так же нельзя. Потише, брато. Это же опасно стрелять в себя ракетой. Оу. Перехватывает, перехватывает гад, перехватывает гад. Но он не успевает за мной. Цирк, да и только. Где она, где она, где она? О, 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 о. Да. Да, 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 да. Сейчас покончим. Давай, кидай свою. Смотрите-ка, он практически не успел ни одной перехватить. Куда он? Куда он? Куда он? Куда он? Куда он? Черт! А-а-а! Пропустил. Хо-хо! Бах! Иоганн Себастьян Бах. Да успокойся, Сэм, Сэмюэль, Сэмюэль. Сэмюэль. Как эти тёлки постоянно сами выбираются из переделок? Зачем мы их всегда спасаем? Что ж, сейчас мы сможем изучить еще одну способность, которая поможет нам в дальнейшей схватке с непонятно кем и непонятно за что, но... Станет она приятнее. Ну что ж, 33% меньше урона от вражеских взрывов, иммунитет к урону от собственных взрывов. Перегрузка действует на 3 цели, уменьшает время перезарядки, уменьшает время смены оружия.
Удваивает время до сброса таймера резни. Во время резни урон с каждым убийством увеличивается на 25. Что это такое? Восстанавливает 7% здоровья в секунду в режиме короткий период неуязвимости, когда игрок на пороге смерти. Неплохо. Наносимый урон в режиме дарт. Не то. Регенерация активируется на 25% быстрее. Регенерация восстанавливает здоровье на 33% быстрее. Добивание в ближнем бою лечит вас на 50% максимального здоровья. Классно. Повышает выработку энергии из тех источников на 40%. Максимальное время в режиме слоя дарт повышается на 25%. Дает защитный щит. О, защитный щит. Давайте такое. Почему бы нет? Escape. Вот какой-то защитный щит получили. Деточка, ты еще и поведешь, а я уж думал, придется опять цепляться за движок. А почему я его не взломал? Было бы весело напоследочек так устроить резню там. Обидно, обидно. Красота. Правда, ничего не вижу, но красота. Примерно так. Ну, а мы, оказывается, совсем недалеко от города-то. От Нью-Йорка, видимо. И вклинились в строй вражеских летательных аппаратов. Только они куда-то делись. Почему она мне не дала? Честно говоря, я нафиг не понимаю, о чем здесь сюжет. Но играть довольно весело. Вам, наверное, будет понятнее, о чем здесь сюжет, потому что вы больше будете следить за диалогами. Вам не нужно там во время перестрелок особо напрягаться по поводу кнопок. А я нафиг не понимаю ничего. Ночка темная. Ночка страстная. Отлично, мы в бомбштауне каком-то приземлились. Я не виноват, что ты карлица. Ну давай, подержи меня, запрыгну. Эй, я не буду тебя поднимать, ты тяжелая, давай ты меня. Твою мать. Ты что, по говну ходила, что ли? Все перчатки меня запачкала, зараза. Меня-то это... Не хочешь подтянуть как-нибудь, что ли? Угу, конечно. Опять без оружия? Что это за делишки такие странные? Я хочу еще одного трансформера долбануть. Какие классные граффити. Пардигат бассейн. Что за бассейн? Босяк. Я знаю, кто такие босяки. А бассейн я не знаю, что такое. Нет, не сюда. Нарики какие-то. Забавненько, забавненько. Ну только вот. Чего тебе? Что там надо делать? Доставьте Лили в штаб Еврокорп. О, это будет весело, только вот. Я не понимаю даже, как забраться наверх. Ха, понятно, мне нужно вниз. Да, этот герой легких путей не ищет. Уж точно.
Надо наверх. А, пойду вниз. Направо. А, пойду налево. Хочешь посрать? А, пойду посрать. Типа того. Кто там скрежещет? Кому там руки оторвать и в уши засунуть? Нижняя зона, этап 12. Да нет уж, спасибо, ты это... Я тебя подсадил, давай ты меня. Да я вообще сяду здесь на диване, чё мне? Мне делать больше нечего. Она так думает, видимо.